Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу о новом способе, который позволит вам вновь оставлять в комментариях некликабельные анимации. И для этого вам необходимо будет скачать программку, которая называется VK Utils, ссылку на которую я оставлю в описании под видео. Вы скачиваете, устанавливаете и входите в свой профиль. И далее вам предоставляют такие возможности данная программа, как восстановить сообщение. Она может восстановить сообщения, которые были удалены не более чем 24 часа назад. Также можете отправить с помощью данной программы подарок самому себе. Загрузить изображение как граффити. Это как раз то, что нам и надо. То есть с помощью данного способа мы загрузим анимацию и сделаем ее некликабельной. Также можно будет отправить аудио как голосовое сообщение и удалить все диалоги. И как еще одна дополнительная фича, вы можете установить вечный онлайн. Ну и так приступим к сути нашего видео. Мы сейчас попробуем загрузить анимацию. Значит, заходим в поиск, пишем GIF, нажимаем картинки и выбираем любую анимацию. Допустим, пускай вот это вот. Нажимаем в полном размере, сохраняем ее. Далее заходим в нашу программу, нажимаем загрузить изображение как граффити и выбираем наша загруженная анимация. Нажимаем открыть, ждем окончания загрузки. Вот она загрузилась. Теперь заходим на нашу страницу. Выбираем любой пост, допустим, вот мой последний. Нажимаю документ. Вот видим, у нас появились наши анимации. Нажимаем прикрепить и нажимаем отправить. И сейчас, как видим, анимация наша не кликабельная. То есть новый способ вполне рабочий. Я еще раз обновлю страницу. И снова нажимаю, анимация не кликабельная. Также попробуем оставить анимацию в какой-то группе. Допустим, это будет в моей. Выбираем еще одну какую-то анимацию. Пускай это будет, ну, вот это вот. В полном размере. Опять снова сохраняем как. Далее заходим на нашу страницу. Точнее, заходим в нашу программу, извиняюсь. Загрузить файл. Выбираем его. Ждем окончания загрузки. Анимация загружена. Нажимаем документ. Прикрепить. И нажимаем отправить. И снова перезагружаем страницу. И пытаемся нажать на нашу анимацию. Она не нажимается. Конечно, данный способ работает только с анимациями, которые мы загрузили в комментарии. Если мы оставим на странице данную анимацию, то она будет кликабельная. То есть сейчас я вам покажу. Нажимаем снова документ, отправить, и видим, у нас анимация уже нажимается. То есть данный способ позволит только оставлять некликабельные анимации в комментариях. На этом все. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Ну что ж, до скорых встреч!